Вот, лавочки. Что тут, короче, ну да, рассалочки есть, значит, представление проводится. Ну, короче, реставрация, походу. Ну, может, не реставрация, либо, может, они работают просто по каким-то определенным дням. А мы, наверное, так неудачно пришли. Давай сядем, да? Запарился. Ну, в общем, вот так вот выглядят крыжовые фонтаны за моей спиной они. Либо нам не везет как-то конкретно, вот, либо они тут по каким-то определенным дням работают. Ну, в общем, по факту, я говорю, мы приходим, здесь пусто. Вот, но видно, что вот скамейки для представлений есть. Возможно, закрываются просто осенью, да, то есть, например, там август отыграли и все. Вот. А может, просто мы не по тем дням пришли. Неудачно как-то. Мы вообще как неудачно ходим, все на реконструкции, все закрыто. Вот. Но сами фонтаны, как сказать, я не знаю, как сказать. Я устал просто идти далеко. Вот если бы мне не нужно было далеко идти, если бы они рядом были, вот, то нормально, вот посреди центра города такой фонтанчик. Просто даже посидеть, отдохнуть неплохо. Но когда приходится пилить практически там через весь город, потому что они достаточно отдаленные, вот, то хочется увидеть что-то более впечатляющее. Более такое зрелищное. Если бы хотя бы, да, представление было бы, то оно бы того стоило. Но нам немножко не повезло, как всегда, представления нет. Поэтому мы, пожалуй, посидим на фонтанах. Парк мы обошли. Больше здесь, в принципе, делать, наверное, нечего. В любом случае, смотрите расписание, как вы идете, когда они работают, чтобы вот так вот не попасть, как мы. И тогда все будет хорошо. А что тебе не нравится на самом деле? Ничего не нравится. Посидели, отдохнули. Знаешь, как хорошо после такого пути всё здесь будет сидеть, отдохнуть. А нафиг вам был нужен эти расти? Можно было... Ну вот если бы ты знал, что здесь ничего нет, ты бы не попёрся, понимаешь? Вот. А так тебе такую возможность дали отдохнуть после длительного путешествия, так сказать. Автобус, наверное, фонтан, вот фишка такая. Приходишь, ничего нету. Все свои фишки в заведении. Я должен работать. А потом по октябрю. Не, я тоже должен работать, но вопрос в том, что по каким дням, может быть, только выходные. Сейчас же будний день. Я бы выписал. Я выписал время, если бы какие-то особенные дни были. Что там написано было? Каждый день работаем, приходите. Кого? Найди того, кто писал. И вот варианты. Не знаю, мне кажется, что просто по определенным дням. Может, я дурак, конечно. Но я говорю, как-то выглядит, как капец. Так вот, чехи тоже что-то с ними делают. Ну, выглядит, да, разобран в виде. Он торчит в железке всякие. Вот, вот. Может. И сцена, видишь, мне кажется, она должна быть, ну, с крышей, грубо говоря, как минимум. Его, походу, разобрали. То есть перила одно. Да нет, это же, мне кажется, что так должно быть. Да? Нет. Ну что-то как-то вот не того. Печалька. Печалька? Да, ну все обратно. В эти горы лезть. Ну уж, ты сказал, в горы. Чуть-чуть в горку, дальше-то вниз. Какие Гималаи будут? Новые горы. Можно не ходить. Ну, тут полно места. Видим человек, да? Конечно. Тут в хостеле полно народу, вот здесь, вон, видишь, все скамейки твои. Реставрации,
Ну, видишь, это логично, когда на реставрацию закрывают в конце сезона, да, то есть, считай, летний сезон прошел, и с сентября потихонечку все закрывают на реставрацию до следующего это сезона. Это сейчас бархатный сезон. Ты, ты приезжай в июне, в июле, оно все работать должно, потому что туристы ездят, а тут как раз... Сейчас вон толпы туристов. Ну, толпы-то толпы, но сейчас именно вот бархатный сезон, люди едут конкретно отдохнуть, вот, словить последние лучи солнца, посидеть в тавернах, там, прочее, вот. А это летом как раз все эти экскурсии групповые и прочее, они не могут закрывать на реставрацию летом. Летом самый сезон туристический. Сезон прошел, потихонечку все закрывают. Это логично. Я бы приезжаю в июне, в июле, стопудово все будет работать. Ты ехал отдохнуть. Отдыхай. Что-то успели посмотреть, что-то не успели. Ну, как бы... что хотел. На 100% все получалось, так не бывает. Какая-то изюминка должна быть в путешествии. Это вообще не изюминка. Что, нормальная изюминка? Я вон, это, камеру поцарапал маленько, я ж не жалуюсь. Изюминка будет, что ни хрена не видно на пол экрана. Почему нет? Какой-то шарм должен быть. Даже вот отрицательные моменты в любом путешествии, они свой плюс дают. Свою такую толику, нотку яркую, подчеркивающую все остальное. Поцарапанная камера, по-моему, ничего не подчеркивает. Поцарапанная камера подчеркивает как минимум половину крана. Вот там вся эта каталасия там с поездами там при добирании сюда. Ну вот это да, там есть что рассказать. А как пердолить куда-то, я не знаю, за 3-9 земель, чтобы прийти на полуразобранные фонтаны, это не изюминка и ничем оно не украшено. Ну, мне, конечно, хотелось бы представление какого-то, потому что сильно далеко пилили, по сути, зазря. Ну, прогуляли. Мы вот эту часть Праги вообще же не видели, правильно? Прогуляли, посмотрели. Если бы заранее прочитали бы, что нет никакого представления, просто не пошли бы. Ты бы не увидел бы эту часть. А так... практически всю Прагу посмотрели, на самом деле. В общем, друзья, что-то, если не получается в путешествии, не унывайте. Может быть, сейчас это кажется чем-то таким расстраивающим, портящим настроение, но там, через какое-то время, когда вернетесь домой, обязательно будете это вспоминать с теплом душевным. Будет что рассказать. Я так считаю, я оптимист по жизни. Считаю, что как бы не было плохо, всегда может быть еще хуже. Поэтому надо радоваться тому, что есть. Не согласны? Пишите в комментариях. Я думаю, как к лайкам подвести. К ним надо еще как-то подводить? Да. Так невзначай как-нибудь. Не тупо дайте лайки. Вот, а необычно как-нибудь. Отлайкайте меня. Залайкать и выложить. Так нормально? Ну, может быть, конечно. Отлайкайте меня полностью. Ну, вы сами слышали. Если к нам тоже попадали в неприятные ситуации, путешествия, которые потом с радостью вспоминаете, ставьте лайк под этим видео. Я буду очень признателен. Мне будет приятно. Так, ребятушки, в общем, пока утро. На свежую голову в хостеле хотелось кое-что сказать. Значит, по поводу крыжижиковских фонтанов, на которые мы вчера ходили, они оказались закрыты из-за того, что меняется собственник. И, как бы, ну, так сказать, старый собственник объект сдал, но еще не принял, поэтому в итоге ничего не работает. Поэтому если собираетесь ехать в ближайшее время, сейчас у нас сентябрь 2018 года, то, скорее всего, вы вот также попадете в просак. Вот, поэтому либо смотрите где-то в интернете последнюю информацию о том, открыли или нет, вот, либо просто не тратьте время, потому что пилить до них действительно далеко, добираться, ну, из любой точки города, в принципе, добираться далеко, потому что это парк, такая отдельная территория, вот. Поэтому лучше не тратьте время, сходить в какое-нибудь другое место.